Серовое. Но оно как нельзя относится ко всем нам. И так Серов. Ну ладно там, юнцы или старики. Виски сдавив железными руками, ночь напролет колдует над строками. Здоровые, как кони, мужики. Исправить их уже надежды нет. Такими их задумала природа. Они довольно редкая порода. На той породе много тысяч лет. Из века в век, сгибаясь над строкой, бумагу изводя, сжигая свечи, как будто им заняться больше нечем, сия, забыв про сон и про покой. Все для того, чтобы выйти поутру, взглянуть на мир прозревшими глазами, залиться в поле детскими слезами и высушить те слезы на ветру.